Привет, я Шон, а я Элисия. И сейчас мы поменяем объектив. Давай еще раз. Я Шон, оператор. А я Элисия, помощник оператора. И сегодня мы покажем, как правильно менять объектив. Когда режиссер и оператор-постановщик определяются с кадром, я прошу объектив. Давай-ка зум. Когда просят объектив, вы снимаете крышку объектива, оставляя ее в отделении для объектива. Тем временем, если на камере уже стоит стекло, отлично. Если нет, старайтесь всегда одевать крышку, чтобы защитить матрицу от пыли. Затем вы подаете объектив вот так, повернув его байонетом вверх. Держу. Обычно я всегда подтверждаю, что держу. Говорю, взял, держу и так далее. И прежде чем она отпустит, она знает, что я держу, и мы не уроним стекло. Взяв стекло, снимите крышку, если она еще надета. И установите объектив на камеру. Когда мы меняем стекло, я сначала готовлюсь снять его, поворачиваю, но держу вот так, чтобы сенсор оставался закрыт. Беру объектив, держу, спасибо, затем отдаю его ей. Держу. Окей. И затем... Вот и все. Когда оператор просит объектив, первое, оставьте все крышки в кейсе. Второе, подайте объектив байонетом вверх. Третье, подтвердите словами, что держите. Четвертое. Отдайте снятую крышку или объектив помощнику. Пятое. Вставьте и зафиксируйте объектив на камере. Шестое. Положите снятый объектив или крышку обратно в кейс. Перевел и озвучил Сергей Афонин.